Добрый день, дорогие друзья! С вами на связи Светлана Молодежникова. И буквально вчера я разместила опрос в виде анкетки такой небольшой для того, чтобы узнать ваши самые больные там места на Ютубе. Дело в том, что Ютуб изменил интерфейс, и сейчас даже достаточно опытные ютуберы начинают теряться. Мало того, на Ютубе появилось очень много интересных возможностей для продвижения, о которых тоже многие не догадывались. Вот именно об этом я и хотел создать свои видеоролики. И поэтому я хотела узнать, насколько вам этот материал интересен и какой из предложенных вариантов вас заинтересует больше всего, чтобы узнать порядок размещения вот этих видео. Ну и, естественно, я вам за это выдам подарок. Подарки начну раздавать в понедельник-вторник. Ну и, кроме всего прочего, те из вас, кто запишется на консультацию, вполне вероятно, ее получат. Поэтому оформляйте вопрос, оставляйте обязательно свою почту, подписывайтесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. Если вам понравилась вся эта идея, поставьте лайк. И я буду очень благодарна, если вы прокомментируете.